Всем привет, с вами канал Тхагер на Outplay, и мы продолжаем играть For Honor. Итак, сегодня начнем новую кампанию за самураев. Эпизод 3.1 Долг. Также на высоком. На реалистичном. Наша армия малочисленна. Каждый самурай должен быть сильнее 10 врагов. Каждый ароти сильнее сотни. Он ловок, умен, мастер катаны. Его доспехи прочны, но не стесняют движений. Ароти — лучшие воины этого мира. Фига какой. Я за него ни разу не играл в мультиплеере. Посмотрим. Какой он в сюжетке. Так, что это меняет? А, пол. Мужик-баба. Ну, давайте. Нет. Так, ну, так же, наверное, все оставим. А, нет, там что-то новое появилось вроде бы. Мастерство боления, пассивное зрение, увеличение урона в течение 15 секунд после парирования. Увеличение максимального запаса здоровья на 35, и причем урон на 30. Давайте, знаете, что возьмем. После парирования, вот, после парирования будем пробовать парировать атаки. Урон будет увеличен на 15 секунд. Посмотрим, как будет работать. Посмотрим, что за роти. Я в мультиплеере за него ни разу не играл. Я в мультиплеере только играл за холдер вот этих кроссвикинг. Это мой основной там перс. Я ударил там уже до... помню уже какой ранг там. И Сюгоку, толстяк такой у японцев. Дом самураи, ну, давно потеряли его, и теперь даже значение слова стало другим. Наш новый дом здесь, но за него нужно сражаться. Я бы вряд ли смогла сражаться, оставаясь в темнице. А, я девку еще выбрал, да? Но мои друзья, даймё, не упустили подходящий случай. Уходим. Надо уходить. Быстрее. Но нет. За такой характер тебя здесь и заперли. Сейчас мы кем же играли, им же, их же будем лупить, да, получается, только самураями. Мы должны были выбраться любой ценой. Да. Так, какими лошадами? Так, навыки.
R2, R1, R1, штормовые волны, R2, R2, свечи ветра, сокрушающая волна, не в R1 режиме, прилив назад, вперед, R2. Назад, вперед. Назад, вперед. Оп. А, не знаю, что за приемы такие. Так. Штормовой вихрь назад, X. Держав квад R2. Назад. А, во. Оп. Ха-ха. Так. Удар молнии вперед, XR1. Ага. Легкий удар влево-вправо, XR1, порыв ветра, парирование R1, буря R2. Совершите уворот, направленный на символ удара, чтобы отразить атаку. Сразу после отражения атаки можно использовать прорыв ветра и бурю. Угу. И все, в принципе. Пойдем. Блять, а где выход? Так, параметры, которые можно отобрать, на то время. Надо ломать ворота. Бум. Давай, вали его уже, еб. Все эти люди нам никто. Почему одна только со мной пошла? Их было больше, чем нас. Но огонь мог сравнять шансы. Огонь. Я все еще в форме. Опаньки. Так, ладаш. Мне же с этим не обязательно драться. Синяя.
упал, лохнешь меня. Опа. Опа. Блядь, скинули меня. О, всё заново. Их было больше, чем нас, но огонь мог сравнять шансы. Так, где, где? Горит, нет? Да ладно. А, падла. Так, обезглавили. Бля, там наверху дерется наша, да? Кто там наверху? Блять, сейчас сдохну. Есть. Так, еще кто-то остался там, да? Бля, стрел больше нет. Какого? И чё, нифига? Да, блядь, духовки. Готов. Блять, опять. Новая задача. Найти Акуму и Мамидзи. Акума, Мамидзи. Опа. Скорее к Мамидзи. Бегу к Мамидзи. Бегал тебя на вон. Устанавливайте отравленную ловушку, наносящую урон всем противникам в области действия. Ну-ка, попробуем. Впрочем, это не самый странный бой в моей жизни.
И чё? А, защищайте зону. Готов. Готов. Должно сработать. Да, собрал. Готов. Чего он найдет, да? Уворачивайся. Так, еще один. Вот еще один вижу. Сдохни. Бля, не достал. Еще что? Нужно больше ядовитых ловушек. Бля, нафига ты поставил? Дура. Это просто смешно. Еще идут. А что наши там делают? Это, блядь, ловушка обошла, тварь. Короче, надо этих героев валить. Ладно. Все. Так, задача выполнена. Что дальше? Новая задача. Побежали. Огонь, железо и яд. Все вместе. Нужно было оттеснить их. Назад, тварь. Вы трап
блядь, стоят, блядь. Лучник. Давай там тесните, я пойду наверх. Смотри, что там такое? Да, эти... Стали алкаши. Сразу троих. Нифига вас сколько. Да сколько? Назад. Назад, тварь. Все. Давай. Требовалось всего лишь закрыть ворота. Но что здесь делают рыцари? Ебать, тут не хватало, нифига это. Да идите вы нахер, сколько вас тут чувствует. Всё? Одного рыцаря завалили. Это был легион Черного Камня. Угу. Где Аю? Да, пальцами потыкал. Викинги вошли в наш город. Они не знали, кому служили. А, последнее. А, вот она, Аю. Поймали ее. Даймё. Император мертв. Хочешь занять трон? Никогда. Станешь императором? Когда убью остальных, я приду за тобой. Смело. Оставим дворец Идзюра. Остальные мне безразличны. Кем ты себя возомнила? Я вестник войны. Шалав ты еб... Есть ли восхищение арты? Эффективность заданий. Так, понятно. Валюта. Ну, грузись. Я оставила в живых 5 даймё, чтобы они сразились между собой за власть.
Посмотрим, насколько сильно их хваленое единство. Дворец я отдала Сайдзюра. Еще четверых я оставила в болотах. Первый ход сделала Аю. Так, закончили эпизод 3.1 долг у главы самураев. В следующей серии начнем 3.2 выживает сильнейший. А на этом у меня все. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения, всем пока.